Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Золотарь Елена. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, Елена, сколько уже за период начала этого учебного года подстриглось у вас детей? Ну вот, до сентября начала работать 38 человек. 38 человек. Как вообще спрос есть? То есть родители часто задают вопросы, много ли людей принимают участие? Ну, достаточно большинство. Угу. Много людей, много детей. Какие планы до Нового года? Много собираете успеть подстричь? Конечно. Как больше, тем лучше. Ну, отлично. Хорошо, спасибо. Мы желаем вам хорошего труда и благодарности от родителей. Спасибо.